Химках стартовала акция «Добрая покупка». Она приурочена к декаде милосердия. Представители администрации стали пионерами этого дела. Первыми купили товары для малоимущих семей. В Химках около 3000 человек, чей средний доход не превышает прожиточного минимума. Каждый житель тоже может принять участие и добавить вот в эту тележку любой нескоропортящийся купленный продукт. Разнообразие ассортимента в супермаркетах позволяет приготовить вкусный ужин с минимальными затратами. Многие мужчины поддерживают такое домашнее меню. Подтверждает это и первый заместитель главы округа Дмитрий Кайгородов. В целом мужчины неприхотливы в этом вопросе. Конечно, ну, стандартный набор там макароны по-флотски, да, это то, что мы любим и едим. Уже сегодня продукты, благодаря волонтерам, отправятся в дома. Всего в акции участвуют 11 торговых объектов в Химках. Организаторы планируют расширить мероприятие и проводить акцию два раза в год.